брат, деньги давай. Привет! Чудак датчиков. Огромный чемодан собрал. Буду по нему отрабатывать туда. Как и можно. Дорогие, машину планируешь оставить-то? Я еще построю на эту, на парковку, на эту, на китовскую. На китовскую? А ну давай, оставляй, тогда я сегодня чемодан сейчас подстаю. Сейчас он подъедет, я ему геолокацию сбросил. Все, ребята, мы заряжены. Здорово, Яр, здорово. Как у меня мелкий говорит, город Кисловодск — это город кислых вод. Вот мы туда отправляемся. Закисляться. Закисляться. Не выспался, но заряжен полностью. А сейчас тебе придет, я скажу, какого хрена вы нас снимаете? У вас есть разрешение на съемку в аэропорту? Так что будьте аккуратны, мистер Ярослав. То, господи, ради чего я пролил столько крови и пота? Вот эта тряпочка потрясающая, это наш флаг. Вот выглядит он замечательным образом, вот так вот. А едем мы в Кисловодск фитнес-тур. В трип-фитнес-тур. А знаете, почему мы выбрали город Кисловодск для нашего фитнес-тура? Потому что это самый солнечный город всея Руси. Я обещал, что мы с тобой обнимемся, как старые знакомые. Она по телефону разговаривать не будет больше. Настя, ну давай, мы на камеру с тобой сделаем обнимулечки. Это девочка с хорошей энергетикой, я это чувствую. Это Ярослав. Да ты не торопись, это Яр, это Катя, это Анжелика. Такси до города недорого. Алло. Здорово. Здорово. Вы все-таки существуете, да? Вы все-таки не обманывали. Вот она. Вот она, наша команда уже ждет нас. Как дела? Нормально, видишь? Погода, видишь, какая? Погода потрясающая. Мы уезжали. Ром, привет. Мы тут шаманили. Все, надо, чтобы на весь этот нашаманили, чтобы жилсу там все, на рафтинг, чтобы мы все было. Андрей. Знакомьтесь, привет. Это наши потрясающие экскурсоводы. Даже не скажешь, что это что-то полезное. Кажется, что это вообще анти-ПП, но очень вкусно. Это просто... Курочка. Это просто она ест самсу. У меня вот куриная котлета с цветной капустой, она вот вкусная, но не как самса. Так что я бы сказал, что это уже вполне ППшное. Это нужно скоординировать. Здесь работа двух полушарий мозга, как у меня мелкий занимается. То же самое. Делаем 100 повторений. А второе упражнение, сейчас Леха покажет, мы будем делать приседания и прыжки. Посмотрите на Лехины мощные ноги. Делаем скручивание, не помогаем себе, не машем крыльями, подбородочки вверх. Вот таким образом делаем 20 повторений. Следующее, ножки в коленях согнули, приведение бедра. 20. Ногу на ногу. 20. В обратную. 20. И планочка. Стоим 1.5 минуты. Пресс зажали, ягодицы напрягли, лопатки стянули. Бег на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9,
Есть! Вот что значит, ваш тренер выспался, у него рот не закрывается. Это я. Всех поддерживаю, мотивирую. Но самая крутая сегодня Аленка, вы посмотрите, как она это делает, а! Пару вопросов нашей очаровательной Анжелики. Анжелик, вот скажи мне, у тебя, знаю, что перед этим путешествием у тебя был выбор ехать в Дубай, в Мексику, в Эмираты. На Мальдивы. На Мальдивы, да. Почему ты выбрала нас, скажи? Анатолию нужна была ваша компания. Я одна бы его не выдержала. Вы понимаете, его много. Поэтому с вами. Всегда с вами. То есть ты немножечко скинула с себя. Скинула. Абсолютно. А вопрос тебе. Ты ездишь уже с нами не первый раз. Ты была в прошлом году в нашем первом туре в Сочи. А как ты увидела нашу новую историю, нашу новую локацию? Бомба, петарда, сказка. Знаю, волшебно. Мне нравится. Хотя в прошлом году тоже было круто, да. Но сейчас было совершенно все по-другому. Да, ну это все по-другому, оно и классно, что-то новое. Да, когда ты испытываешь каждый раз новые эмоции, мы буквально там месяц назад были здесь с другой компанией, у нас был фитнес-тур, и он был крутой. Сейчас он совершенно другой, локации вроде те же самые, мы поменяли только одну локацию, но он не менее бомбический. Не я менее благодарна, бомбический. Что вы не взяли наш в прошлый раз. Я сейчас расскажу историю. Я иду по улице в городе Мытищи с мелким за руку. Идем в аптеку, смотрю, Энжи идет. Она говорит, я хочу с вами поехать, мы хотим с Таней поехать. Я говорю, а у нас буквально расхватали билеты, ну буквально прям за два дня на прошлый тур. Я говорю, блин, у нас уже нет мест. И я смотрю, она так стрельнула на меня левым глазом, я думаю, ну все, прокляла. Не получилось. Я была счастлива, что мы не поехали в тот тур, потому что сегодня было солнечно в этот раз, да? Да, ты увидела Эльбрус. Анатолия я взяла. Ты увидела Эльбрус, ты взяла Анатолия. Все круто. В общем, теперь ваш. Спасибо тебе, Энжи. Спасибо вам. Спасибо тебе, Энжи, за участие. Ты хороший человек, ты часть нашей команды. Она абсолютно не токсична. Если вы токсичны, не надо с нами ехать. Вот. Нам нужны только позитивные люди, которые хотят развиваться и не сидеть на жопке ровно. И говорит, если тяжело, то нахер ехать. Это здесь преодоление небольшое, но преодоление каждый маленький шаг на пути к лучшей версии себя. Сережа, ты молодец, спасибо. Это я сейчас только что ее нажал. А, ну все, выключил. Это я включил, да? Да. Она сразу начала писать. Да, писать, видишь, сразу начала. А чтобы остановить ее на паузу? А, паузу нет, и выключается полностью. А, то есть ее каждый раз надо включать? Ну, я сделал так. Так, Господи, удобно. Какой же я тупой. Давай. Ой, прям водопровод. Да. Прикольно. За ваше здоровье. Это мерзость. Это мерзость. Не знаю, почему здесь такой ажиотаж на эти напитки, но на вкус как будто бы в рот насали. Даже хуже, чем в рот насали, я тебе скажу. Это музыка доходит до нас. Краю шагаю два. Закручилась и здесь голова. Знайте, загнали меня. Сил вот последних нету. Все, бросьте меня. Ребятки, всем привет. Мы сегодня идем в трек. Вон она, наша банда. Главное, что я иду с вот этим рюкзаком. А вот это потрясающий рюкзачок подарили нашему Алексею на день рождения, который у него 17 декабря. Но подарок уже сделали ему. Яр в бандане, заряжен. Юлька приехала. Яр как настоящий альпинист. За счет подошвы. Идет в трекинговых ботинках. Чем отличаются трекинговые ботинки от легкоатлетических кроссовок, скажем? Название. Вот так вот. Поняли, ребята? Вот они. Боже мой, опоздуны самые на свете. Не, разница огромная. Очень долго мы собирались сегодня. И все, мы все выдвигаемся.
Леха, задышал. Задышал. Обратно будешь спускаться, Леха. С тройнягой. Потом Тоня будет гордиться. Нам еще высоко. Вот какая красота. Это она стоишь у нас в супер модных очках. Она говорит, нахуй мне это надо вообще. После функциональной тренировки с утра решил потестить сердечно-сосудистую. Через лесенку шагаю. А лесенок очень много. Наша банда забралась. Дэн, ну что, как твои впечатления от лесенки? Ну, слабо, потому что в зале я до 10 тысяч шагов делаю. Дэн машина. Дэн машина. Катюша, красотка. Ну что, скажите, хоть кто-нибудь задохнулся немножко? Нормально. Класс, класс, класс. Ну все, отлично. Мы посчитали, это 10 этажей. 10 этажей, показал. Шикарно, шикарно. Будьте такими молодыми, красивыми. Почему, если делать силовые на грудь, то на следующий день грудь болит? А если после этого побегать, то перестает болеть. Потому что у тебя после бега расширяются артерии, больше ток кислорода, больше прилив макронутриентов. Плюс бег повышает, если более продолжительный, повышает количество маркеров воспаления интерлейкин-6. У тебя после силовой тренировки они повышены, после твоей аэробной тренировки еще частично повышаются и дают дополнительный буст для восстановления. Как нужно бежать, чтобы лучше прошло? Долго или быстро? Ну, на самом деле, бег не самый лучший вариант. Лучше всего, чтобы снизить болевые, опять покачать грудь, но не тем весом, который ты делал силовой, основной свой, большой, а лайтовым весом, так, чтобы исключительно пропампить эти же мышцы. То есть маленьким весом намного повторений. Да, да. Ярослав сделал фильм хороший, но нет было ощущения сложности, глубины, эмоций. Да, да, да. То есть Ярослав музыку там под некоторые кадры такую эпичную подбирал, но надо было под подъем, как всем тяжело идет, вот это еще добавить, это было бы кайф. Потому что оно действительно для них. Дэн нам говорит, что нету нотки страдания в нашем контенте, который... И была нотка развлечения, то, что все такое по лайту, но на самом деле достаточно тяжело, особенно если человек не подготовленный, ему может быть тяжело идти по этому маршруту. Идет, живой. И смутится живым. И вечером у него будет баня, раки и пиво. Леха, помаши рукой. Как ты себя чувствуешь? Ух, блин. Давайте, давайте. Пошли сегодня на седло, но немножко по другой, более сложной трассе. Вот уже забрались вот так вот высоко. Мало седло, это где-то 1100 у нас будет высота. Потом пойдем на большое седло. Это будет 1500. Все бодренько идут, все красавчики, всех люблю, обожаю и целую. Юлька, ну чё, как тебе, расскажи, начала уже кайфовать? Сейчас я уже с самой первой минуты, как зашла в этот дом, кайфанула. Ну все, отлично. Очень классно. Мы все рады, что ты с нами. Да, я тоже рада. Это только первый день. Это только первый день. Вот такие у нас красивые камни. Чудо природы. Ребята, вы видели много раз Дэна качающего железа и ни разу не видели лазающего по горам. Анастейша из последних сил. Боже, улыбнись в камеру. Ну что ты? Дэнчик, ну что, как, нормал? Здесь ну, пожестче, да? Ну, чуть-чуть, да. Ну, в принципе, как по той лестнице мы поднимались. Терминатор. Я вот уже, так. Я уже ты вообще просто богиня. Давай я подам тебе руку. О, супер, отлично. Леха, я горжусь тобой. Шел по дороге, смотрю, валяются пазлики. Смотрите, что они делают. Мы их запалили. Любовь. И можно взять чаек. Да. Ништяк.
опасались, что вода закончилась, но нам повезло. Прямо в двух шагах от вершины ребята сделали бизнес и продают воду, чай, кофе, но главное воду, да. Это прям спасение для нас, согласись, Алён. Да. Без воды все-таки нельзя. Да, да. Ребята, мы дошли до Малого Седла, и сегодня видно здесь Эльбрус. Вот не знаю, будет видно на камеру или нет. Вот это потрясающая гора, самая высокая точка Европы. Всем нужно помолиться. Это очень-очень важно перед спуском. Каждый своему богу. Да, это как по-любому. Я буду молиться своему бурятскому богу. Не помню, как его зовут, но он бурят есть. Бурят нет бога. Да ладно, да? Они буддисты. Боже ты мой, господи. Но я, а Будда это не бог? Нет, Будда не бог, Будда философ. Боже ты мой. Буду молиться философу, значит, какому-нибудь. Там, по-моему, это каждый может стать Буддой, если хорошо помедитировать. Так что давай медитируй. Вот, кстати, Алён, мы же вчера с тобой по поводу медитации разговаривали. Как раз это следующий шаг. Ребята, я стану Буддой. Выглядит интересно. Бассейн не писал. Бассейн не писал. Хорошо. Я хотела, собиралась. С наступающим. А что? С новым туром. А, я думал, с Новым годом. I can hear the truth hiding, hiding. Отличается винокурение от самогона варенья. Винокурение – это процедура такая культурная и требует творческого подхода. Вот видите серпантин вверх, и пошла дорога, он туда. Следующее ущелье вниз, и вот смотрите, вот если с Эльбруса опускать взгляд, и вот снег заканчивается, и первый хребет, и вот мы за этот хребет заедем, вот там Джилысу. Ой, Эльбрус как на ладони, идите колотить, а. Так, сейчас подожди. Мы на моем любимом плато шам. Кабардино-Балкария. 17 километров до Эльбруса. Потрясающе красивое место. Обожаю.
Леха, ну задам тебе вопрос. Что являлось для тебя главной мотивацией поехать с нами в тур? Ух, слушай, это сложный вопрос. Ты знаешь, мне кажется, для меня главной мотивацией было то же, что и практически для всех. Это поиск счастья. И здесь я наконец нашел свое счастье. И оно заключалось не в тебе. Оно заключалось в физических нагрузках и связанных с этим эмоциях. Ну и, конечно, красоты вокруг тоже помогают. Главное, что ты здесь для себя нашел, чего ты не ожидал, то есть нагрузки ты получил, может быть, какие-то контакты людские, может быть, да, какие-то, может быть, это взаимоотношения, может быть, как-то по-новому открылся сам для себя, может быть, людей. Я получил много всякого, знаешь, даже сложно как-то выбрать, что вот главнее, что важнее. Я понял, что справлюсь, это на самом деле очень важно. Я понял как-то, куда мне дальше идти, что ли, что-то такое. Ну и, конечно, люди прекрасны. Вот это я узнал много новых интересных вещей о том, как сдавать краны в аренду, о том, как слушать классическую музыку в филармонии, о том, как делают айс-вайн из рислинга и кучу всего. Буду теперь использовать. Ну, то есть это не однополярная история. Приехал, тупо поупарывался, да? Если бы сюда привезли моих клонов, тогда она была бы однополярна. Но люди все разные, все интересные. Понятно. Ну, что, скажем Лехе спасибо. Леха был красавчик, он каждый раз преодолевал. Я видел, как ему было тяжело. У Алексея астма, он является главным мотиватором, потому что в нашем туре был человек с астмой. В нашем туре был человек с раком и 29 химиотерапиями. Мы познакомим его попозже, уже более подробно с его историей. В общем, все красавцы, отпустим Алексея. Леха, ты красавчик, я был счастлив, что взаимно. Ты был с нами в этом туре. Это абсолютно искренне. Вкуснейший травяной чай. Здесь горная мята, чабрец, жасмин, облепиха. Добавляем домашнее вино, такое только в Кисловодске. Вот, личный склон южных плантаций. Сорт винограда Молдова. Вот, и секретный ингредиент это варенье, имбирь-лимон. Вот, свежий имбирь, перетертый с лимоном, несмотря на то, что называется варенье, оно не вареное, оно свежее. Ну что, продемонстрировать? Да. Кавказ! Слышали? Сиськи! Что ты будешь кричать, Леш? Я сейчас подумаю. Надо же что-нибудь сокровенное, да, такое? То, что прямо вот здесь. Да? Ну, наверное, сиськи, я не знаю. Приезжая в эти места, чувствуешь подъем духа. А когда ходишь большие маршруты, прокачиваешь свою силу воли. И это очень важно, потому что тур, некоторые к этому относятся просто какие-то активности, тренировки, какие-то походы. Но на самом деле у всего этого есть большая духовная составляющая. А еще очень важно то, что люди, которые сюда приезжают, они сплочаются, становятся одной командой, семьей и... Это сообщество, оно позволяет почувствовать командную работу. Но командную работу не в плане того, что вы просто тренируетесь, а то, что вы объединены одним местом, как большая семья. И это очень важно, потому что вы находите новых друзей, возможно, новые знакомства, которые потом и в другой жизни помогут вам прогрессировать. В таких местах ты, мне кажется, максимально начинаешь чувствовать, как важно... здоровье, физическая активность, физическая сила. И мне кажется, что в этом туре ты прям начинаешь этим жить, прокачиваешь себя, потому что ты себя реально испытываешь и без здоровья, без здорового питания, без физической активности, без выносливости. Мне кажется, такую красоту ведь не увидеть. Поэтому это реально важно. И мы можем вам помочь. Я чувствую себя настоящим кавказским джигитом. Приехал в такое потрясающее место, с такими потрясающими людьми, подарили папаху, дали саблю, хотели зарубить, но
Отлично, я тоже. Я ему улыбнулся, и они сказали: держи, папаху, тебе в подарок. А вот познакомьтесь, это мой кореш чеченский, это Абдулманап, Нинур Магомедов. Брат, деньги давай. Боже ты мой. Яр, мне кажется, я соблазнюсь на покорение. Не-не, на восхождение. Я скажу, что за всю мою жизнь это, наверное, одна из самых красивых точек, где я был, и самых атмосферных. И, может быть, так по кадрам это все раскинуто, но ты сидишь здесь, с одной стороны река, с другой стороны самовар, там водопад, за нами Эльбрус. Это просто какая-то центральная точка, самая сказочная из всего нашего путешествия. Очень тут атмосферненько, и наконец-то мы можем согреться, потому что вечерами температура, ну, прилично падает и становится прохладно. Мы находимся в потрясающем осетинском кафе. Ой. Нас встречают классные хозяева. Да. Это потомки Аланов. Мы шли на Аланский монастырь, но нихуя не дошли. И я потерял, сука, свою мысль, потому что кто-то под правым боком Короче, мы пришли к классным гостеприимным людям, которые нас кормят домашней едой, вкусными фиджинами, хычинами и всякими ячинами. Мы готовы. Особенно я со своим обгоревшим лицом. Сегодня я нанес SPF 50, чтобы не повторять эту ошибку, которую допустил вчера. Сегодня будет еще на 5 градусов больше, и мы сегодня почти не будем нигде в тени. Так что... Вот ты так классно стоишь на фоне вот этой композиции. Вопрос я сейчас задам. Дэн, давай. Ты посрал с утра? Я посрал с утра, но я еще взял с собой в дорогу туалетную бумагу, потому что идти 6 часов, а я съел 3 блюда на завтрак. Толь, скажи, пожалуйста, твое самое главное разочарование в туре? Это раки, наверное? Никакого пока нет разочарования. А раки, которых, блядь, до которых мы так и не добрались? Раки это еще... Еще успеем. Слушай, нет раков, нет разочарования. А сегодня нас ждет форель. Сегодня будем готовить форель. Алексей, тебе так идет эта роза? Без. Боже, нос ни хрена не дышит, сломан 8 раз, а он там что-то нюхает. Анастейша, ну что, ой, боже, какая у тебя потрясающая, стой. Какая у тебя потрясающая эта штучка, как она называется, бандана? Косынка. Косыночка. Боже мой, это Татьяна, несмотря на то, что она... заболела, она сегодня вся у нас в белом, в Дольче Габбана и Баленсиага. Армани вообще-то, Баленсиага. И мы с ней 7 гномов. Все, мы погнали. Погнали мы, ребятки, на медовые водопады по Аликоновскому ущелью. Это будет круто. Нет ничего приятнее женских рук, которые наглаживают тебе спину. Я вот считаю, что если покупать дом, то там обязательно должен быть дворецкий, садовник,
и массажист. И все, и все трое, они должны быть накачанными, мускулистыми неграми, без грамма жира. А массаж они должны тебе делать вечерами? Конечно, значит, зачем массажист? А негритянок жена не разрешает. А это? Девочек можно этих, филиппинок, чтобы детей воспитывали филиппинки. Молча, что ли? Ну, с детьми там как-нибудь разберемся. Леха, у тебя такие барские. Да, мой сладкий. Толя уже сразу говорит, что ему море по колено и горы по плечу. Пока комиссара не прошу меня бросить. А где комиссар-то твой лысый из Бразерс? Где он? Куда он делся? Свалил. Понял, что ножи тяжелые, ждет его, да? Не, он потом, когда смотрит, меня уже долго нет, он за мной возвращается. Сегодня нас ждет поход к Медовым водопадам. Будем идти больше 20 километров. А вот, очень красивые виды. Нас ждут, все зелено. Будем идти в тенечке гор. Вот. Что-то подобное нас ждет. Будем идти вон вдоль речки какая. Аликоновки. Че говоришь? Скала какая красивая. Да, да, очень красиво. Мы сейчас пойдем. Как вообще, баранья шкура. Они сейчас будут с двух сторон нас окружать. Леса и скалы. Толь. Вот скажи мне, пожалуйста, вот у тебя очень серьезное заболевание, с которым ты уже борешься сколько лет? 5 лет. 5 лет, да? А, да. Сколько у тебя было химиотерапии? 29. 29 химиотерапий. На секундочку, ребят, у моего отца было онкологическое заболевание, он после первой сказал, нахуй, я лучше сдохну. Толя борется на протяжении 5 лет, идет с нами, сходил с нами на седло. Как у тебя ощущения? С этим, с рецидивом. С рецидивом. Мне сейчас лежать, выписали химии мне на 5,5 миллиона. В Англии закупили лекарства. 17 тысяч стоит. День, да? День. Иду, да, как иду. Привык уже. Ну а что? Он самый выносливый. Слушай, ну вот скажи мне, что тебя заставляет вообще двигаться вперед? А если бы я не двигался, я бы умер. Я всех похоронил, кто со мной был. Не сложить руки. То есть это... Нет, со мной уже все умерли. А я, видишь, жилистый. У меня и органы нормальные. Все. Если бы я сейчас не ходил, то где бы я был? Сколько на лекарства в день уходит? 17 тысяч. Таблет. 4 таблетки стоят 17 тысяч. Так что... Толя красавчик. Тяга к жизни. Сколько нам сегодня надо пройти? 20-ку. Ну, не меньше 20-ки. Как мне вспоминается история одного бегуна американского, у которого было заболевание остеосаркома, и он решил пробежать ультрамарафон с западного до восточного побережья. И он бежал на протезе, истекал кровью, за этим наблюдала огромная аудитория в Соединенных Штатах. И в конечном итоге он умер, но его встречали аплодисментами огромное количество людей, восхищались его мужеством. Поэтому мы всей командой восхищаемся мужеством нашего Анатолия. Все идем. Хотя бы немножко освежились. Конечно, сейчас ноги будут чувствовать себя просто шикарно. Я бы даже скажу больше, я бы искупался здесь. Жаль, глубины нет. Я очень люблю купаться, и холодную воду я люблю. Тут потом такое солнышко, и было бы всем легче идти. Я надеюсь, что все взяли с собой полотенчики, потому что ножки надо будет вытереть. Полотенчики взяли все. Вытирайте ноги, садитесь, вытирайте ноги и вперед. Яр, давай, бери Танюшу на руки. Ладно, давай. Подожди, сейчас я дам. Давай на мой. А у меня вот. А я твой возьму. Да мы упадем с тобой в пизду, не надо. Давай. Ты не веришь? Не веришь ты в Дэна, да? Дэн идет на помощь Аленке. Сейчас все сделаем. Красиво. Вот. Ален, ты же хотел заботливого мужчину. Да, это он для контента. Получи.
Дэн переносил Аленку на плечах. Потому что ты тапки вдавливаешь, они с ног слетают. Вот так смываю, да. У Аленки уплыли тапки. Ален, расскажи, ты потерял тапочки Louis Vuitton за 80 тысяч рублей. Какие, да у тебя, какие у тебя ощущения? Я посчитала, ты, что... Ты лучше у меня узнай, какие ощущения, когда она потеряла тапочки за 80 тысяч. Дэн купил Аленке тапочки за 80 тысяч. Ален, расскажи, как ты теперь будешь компенсировать Дэну эту потерю? Ртом. Ртом? Угу. Дэн, примешь? Она примет. Извинения, примешь ты, я поправлю. Да, приму. Ну, возможно, еще придется анал добавить, чтобы сумму точно купить. Сейчас застанем ребят врасплох и зададим им один вопрос. Дэн, ну? Скажи, пожалуйста, вот ты осуществил все самые сокровенные сексуальные желания в этой жизни свои? Ну, почти. Почти. Ален, а ты? Или у тебя остались какие-то нереализованные фантазии? Остались. Остались. Поделишься с подписчиками? Они просто неприемлемы для отношений. Ага. Они неприемлемы для отношений. Понял, понял. Короче, ребята, останется нам додумать. Тихо. Вот это пошел замес, пошел замес. Втроем там. Не, для меня приемлемо. Просто Аленка морозится. Ну, для меня тоже с мужчиной приемлемо. С одним еще. Но ты тоже морозишься. Это у нас, короче, это. Мы снимаем контент 18+. Давайте отдельно. Отдельным фильмом пойдет истории и сокровенные желания наших участников. Дэн, как тебе поход? Вообще кайф, локация четкая, периодически ножки помачиваем. Сейчас еще где-нибудь перекусим возле реки и вообще. И все сейчас. Это просто день самый шикарный. А я, кстати, не брал с собой еду. Я поем, мне кажется. Вам я пока не дичь. Голодный. Берешь палки, залазишь на ту скалу и орлов. Слушай, добываешь. Мне кажется, он предлагает какую-то дичь. Все, поели. Наши безумные пацаны. Ну что, Анатолий, готов? Да, как-то даже не пахнет. Анжелика, скажи, пожалуйста. Я очень боюсь. Боишься, да? Я даже ничего не могу говорить. Я понял. Я сейчас пока стараюсь об этом не думать, но я думаю, что мне будет страшно. Анатолий, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь? Я буду с ними. Я их буду поддерживать. Белая каска, смотри. Строитель Толя. Ну-ка, твои ощущения. Что это такое? Мне кажется, я пока не знаю. Это сейчас ты за эту штуку будешь держаться. Татьяна даже здесь хочет красивой быть. Упаду, разобьюсь, но красивой буду. Что вдруг орел летает? Сам очки. Надо и очки на резиночку. Вот так вот ребят наши экипируют, одевают трусишки. Все, чтобы по-серьезному было. Че, я первый, давай. Дэн, что ты ждешь от самого от полета на самом длинном зиплайне России? Ну, что будет подольше. Я в целом катался на 20 зиплайнах, но на этом ни разу. Поэтому интересно почувствовать самую большую скорость и расстояние. Так что посмотрим. Ну, то есть, и ты будешь рекомендовать своей аудитории этот зиплайн, если он тебе не понравится? Если не понравится, не буду. Нет. Мы его тогда исключим из плана. Но если понравится, он там точно будет. Ваня, этот человек должен не доехать. Толя. Короче, мы успели подружиться с тобой. Давай, я, короче, буду ждать тебя внизу. Я надеюсь, что этот полет перезагрузит твою жизнь. Ты будешь думать не только о бабках, все болезни улетят. Все болезни улетят, 100%. 100%. Вот, Толя, красавчик. Толя, напутственные слова подписчикам скажешь своим? Толя. Напутственные слова подписчикам. Удачи всем. Удачи. Там встретимся. Я не боюсь. Ты красавчик, Толя. Все, полетел, Толя. Oh my God!
Надо сюда всех на качели. Толь, мы же кореша с тобой, ёптать, обнимались. Я сегодня 7 миллионов в руке носил. А ты, короче, это затроллил меня сегодня с этой рыбой. Так, ну а чё? Ну все, ну уже сколько можно, а? А куда ты её денешь? Ну вот, голова лежит, завтра на уху. Завтра будем делать уху. Только смотри, прям 3 минуты и переворачиваем. Блядь, так красавчик вообще. Ребят, кстати, слушайте, у меня есть один внезапный вопрос, который мне нужно срочно задать, пока я его не забыл. Я вот давно собирался. Да, блядь, Алексей, просто красавчик. А кто из нас Никита? Никита это такой мамзик такой, блядь. Петик. Никита. И Дюша Метелкин. Шикарный вечер, душевный. Замечательно. Если Ярослав решил достать камеру ночью, когда херовое освещение для съемки, это просто, значит, вечер очень просто максимально, сука, интересная пиздатый тема. Это 18+, значит. Я в туре уже третий раз, и всегда это по-разному бывает, но это всегда позитив, это всегда классная компания, нетоксичных людей, это такой драйв, все заряжены, это офигенные локации, это очень правильное и грамотное питание, на которое ты вообще не заморачиваешься, ты просто ешь, тебе вкусно, тебе полезно, и ты не думаешь ни о чем. Это классный отдых, активный, и вообще все просто супер очень. Человек просто тайбо, родной брат Билли Блэнкса. Анатолий, мы ждем тебя на тренировке, ты просто красавчик. Люди интересуются, куда пропал Анатолий. У нас, кстати, в туре есть боженька Инстаграма, человек тайбо, Леха. Надо Лехе. Мне очень понравились вчерашние умозаключения твои, очень понравились, Леха. Леха красавчик, он такие выводы делает, я вообще в шоке. Что, у нас беседа была вечером среди коллектива на тему секса. Вру, на тему взаимоотношений мужчин и женщин. И Леха вообще просто красавчик. Один прыжок, левая рука вперед с ударом. Вернулись назад и правая ручка. Левая, право. Лево, право. Лево, право. Заехали, это очень прикольно. Вот, прикупили колбаску, медик, колбаску взяли, можно будет потом перекусить с хлебушком, вообще в кайф. Вы помнишь, пробовали на этом, как его, на медовых фотобадах тоже пробовали колбасу, она прям совсем-совсем не жирная. И очень здесь у него натура. Очень хороший мед, очень хороший мед. Все натурально. Жалко, люблю лошадок, но колбасу лошадиную люблю еще больше. Поэтому она вкусная, приезжайте, ребята. Не думай об этом. Это очень вкусно. Ты просто думаешь, что ты любишь лошадок хорошо приготовленных. Отдайте мне немножко. Как говорил, тебе колбаса тоже дошла, да? О, совершенно замечательно. Вы говорите, что любите рыбу, да? Брал я в Лондоне оленью колбаску, я ее специально поджаривал на гриле, чтобы вышел слегка жир. Получался такой же вкус, один в один. И вот такие вот потрясающие пчелы, которые кусают, и вы молодеете.
все морщины разглаживаются. Рожа становится круглая, круглая. Им ладно, вот Яру 80, между прочим. Он каждое утро присаживает пчелок себе на лицо. Не люблю всю эту историю с музеями, но зашел, 100 рублей заплатил и прям кайфанул. За весь 4 часа смотрел фильм об Аланах. Костюмы аланских женщин, доспехи аланских мужчин, и я прям кайфанул. А сейчас мы пойдем к лику Христа, к нерукотворному. Я его не творил, честно говорю. 500 ступенек пойдем, то есть это физкультура будет у нас сегодня. Пятьсот лесенок. 500 шагов, сейчас мы на 500, сейчас мы с вами наблюдаем, на 500 ближе к хорошему здоровью, вот, лик Христа в камушках. Раньше до самого лика Христа был натянут канат, можно было забраться прям вплотную, потрогать его, вот, но после того, как в начале нулевых эту фреску обнаружили, вандалы ее расстреляли. Вот сейчас установлена рамка, бронированное стекло. Куда они здесь? Господи, надо брать. Надо брать. И размер хороший. Хабиб Нурмагомедов. Хабиб, мы передаем тебе привет и болеем за тебя, хоть ты и не выступаешь. Что происходит? Что случилось? Какая-то безумная отара овец. Я даже не понимаю, что происходит. Мне кажется, они все бегут на убой, зная, что мы приехали и любим баранину. Яр, ну что, я вижу себя в отражении, я красавчик. Готов к сплаву, готов сниматься. Вот сюда iPhone под грудь просто клал, и он отсюда не выпадает. Вот, можно вот так спокойно ехать и снимать. На Луну, когда ты опускался, проще было? Не менее страшно, чем сейчас? Это не я летел, это другой Армстронг летел. Другой. Луи. Луи Армстронг. Да какой Луи? Нил Армстронг. Луи Армстронг, это как его? Ну вот, он там это, на Луне. А Нила Армстронга снимали на Мосфильме, не знаешь, что ли? Мы, короче, поняли друг друга. Красавчик, Лёха. Лёха, я тебя сделал, ты вообще огонь. Я старался. Вообще не гребем. Ну, в тот раз я уже устал. Мы сейчас как в интервью Собчак и Блиновская, они на лодке плыли. Говорит, я сейчас тебя плюну. Я сейчас тоже плюну. Вперед. Я буду вот так. А можете вдвоем на секунду весла поднять над собой? Все вперед. Вперед! Гребем! Здесь фронталка. Да, Алексей, да. Дела идеально вообще. Да? Большие эмоции. Просто круто, да, просто круто. Да. Это нереально классно. Ну для новичков. И небо сегодня красивое. Я вообще сильная женщина. Вы чё, крейзи? Кто нам будет контент снимать? Я так не поднимусь.
Трэш просто. Ладно, давай снимай, я тоже пойду. Снимаешь? Давай руку. Лучше в другую сторону. Это кайфово. Трэш. Давайте руку надо ему, да, руку дай ему. Это не Давай. Поймали рыбку. Вот бы так и надо. Ну, как красиво. Как она красивая. Да. Это красиво. Да, она красивая очень. Без хашламы твоей нету ни энергии, все, идем, ни силы к жизни. Короче, спасибо тебе огромное. Такие там вообще топовые места. Как вы прошли мимо? Это просто вообще отвал башки. Просто отвал башки. Чем, говорит, вас кормят? Нет. Супа налили, непонятно. Чем, говорят, вас кормят? Это просто нереально вкусно. Говорят, что этот барашек еще только вчера бегал, а теперь у нас в животах. Ребята все молодцы. Тренера, команда, оператор, в частности. Вообще красавчики. Все было продумано до мельчайших каких-то моментов, питания, во сколько встать, ни минуты лишние не прошли здесь зря, просто. Вот. Я, конечно, кайфанула от всей души. Локации просто потрясающие, потому что, особенно вчерашняя, мне просто до слез пробило, это же просто невероятно. Вот. Уезжать не хочется, потому что настолько было все душевно, настолько мне все понравилось. Я обязательно буду ездить в такие туры с вами, только с вами. Вот. И хочу вам сказать огромное спасибо за эти эмоции, ребята. Ребята, спасибо большое, блин, так приятно. Не задувайся. Ты что, 18 сегодня сколько? 18,5, да. Конечно. Так выглядит, такая красавица. Мы тебя все любим. Спасибо, ребята, я вас люблю всех. Ты вообще красава. Давай, дуй. Дуй со всей мощи. Давай, дуй. Вот такого я хотел формата, только у нас будет 60 кадров. Да. А я вообще буду Инстаграм такой вести. Короче, блин, я прокачанный тип стал в плане Инстаграма. Вот это вот просто боги Инстаграма. Это богиня, это бог Инстаграма. Конечно. Мы когда увидели, как ребята делают, мы подумали, тут же так шикарно, а вы плохо преподносите. Теперь ребята прокачивают свои навыки, чтобы получать лучшую картинку. Но даже самая лучшая картинка никогда не передаст то, что ты чувствуешь, видишь здесь в реальности. Когда мы в самом начале только познакомились с Аленой, первое, о чем мы подумали, что мы бы хотели проводить фитнес-туры. Но нам не хватало команды. И вот когда появился Ярослав, Женя, Леша, это люди, которые схожи с нами по мышлению, темпераменту. Наши ценности с ними совпадают. Да, наши ценности с этими людьми совпадают. Сейчас у нас сложилась очень крутая команда, и мы действительно как будто бы перешли на следующий уровень нашего развития. И теперь мы проводим туры, как и всегда об этом мечтали. Самое прикольное, что я чувствую, как будто бы мы стали полноценной семьей. Я теперь мать, Ярослав отец, это наш общий сын, а Женька наш сенсей, наставник. Леха мутный тип.
Все молодцы, клево. Да, самое приятное, что сюда люди приезжают, вроде бы все такие разные. Вначале стесняются, молчат, а к седьмому дню, благодаря всем трекингам, всем сложностям, через которые люди проходят, всем вкусным ужинам, объединяются и находятся на одной волне, как будто бы действительно они попали в новую семью. И самое главное, люди действительно хотят к нам приехать повторно, возвращаются и уже даже планируют поехать с нами на Новый год. Мне кажется, что такие туры — это в целом какой-то такой толчок, пинок под зад тем людям, которые не могут поменять свой образ жизни, потому что у них не то окружение. И мне кажется, наши ребята — это как раз то самое окружение, которое может дать вот этот толчок в новый образ жизни. Да, важно, что фитнес-тур, если ты ленивый, ничего не делал, он дает разгон, потому что здесь все делают. Да, конечно, каждый в меру своих возможностей, кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее, но все стараются быть одним целым, помогают друг другу, никто не отстает. Если ты всю жизнь лежал на диване, то здесь ты получишь тот необходимый стартовый пинок, чтобы вообще познакомиться с миром физических нагрузок. Да, это тур, стимул для того, чтобы начать что-то делать. Как путешествовать, как общаться с новыми людьми, как правильно питаться, так и получать физическую активность. Вот скажи мне, вот ты в этом туре стал вообще мне близким корешем. Вот скажи, пожалуйста, как людям не сдаваться? Вот ты не сдаешься, тебе 57, да? Тебе 57. Да. У тебя за спиной 29 химиотерапий. Вот как происходит так, что ты не сдаешься, и у тебя такая тяга к жизни? Ты прошел с нами двадцатку на большое седло, а на малое седло 20 километров. Ты с нами прошел Аликоновское ущелье, там 20 километров. Вот что заставляет тебя двигаться вперед, скажи мне? Тяга жизни. Ты хочешь жить. Красавчик, Толя, красавчик. Не из-за этого, что ты хочешь ради себя, но ради других. Понимаешь? Слушай, вот как вот ты думаешь об этом? Если у тебя дети, если у тебя любимые женщины, люди, любимые друзья твои. Вот это. А вот смотри, а как ты думаешь, почему другие люди сдаются? Казалось бы... Я думаю, никто не сдается. Многие опускают руки, узнавая о своем заболевании. Перед пропастью никто не сдается. Нет. Я хочу сказать, что до пропасти еще у многих километры, а они уже туда летят, Толя. А ты-то уже вот одной ногой над пропастью, но ты все еще висишь. Вот. И это на самом деле большая разница. В общем, Толя, ты красавчик. Мы гордимся, что ты наша часть нашей команды. И мы будем всегда в нашей команде. В общем, учитель Сплинтер понял, что век его недолог, и что ему нужен молодой и креативный помощник и помощница. И поэтому я решил, что в команде Черепашек-ниндзя будет Дэн, который мне глубоко симпатичен, и Алена. Мы пригласили их как равноправных членов команды и поняли, что мы не ошиблись. Это реально очень креативные ребята с таким... Во-первых, с хорошей харизмой, с хорошим таким мироощущением и с новыми, конечно, очень крутыми идеями, взглядами. И, в общем, они также болеют этой историей, как и мы. И это вопрос совершенно не про деньги, а про какое-то, наверное, изменение в жизнях людей. Вот, поэтому мы рады, Дэн, что вы с Аленкой стали частью нашей команды. Когда мы увидели, что Женя, Ярослав, Леха, они это делают от души, то есть они работают за идею. Мы с Аленкой также начинали наши блоги. У нас самое главное была идея. Мы не думали ни про доход, ни про какие-то там другие вещи, которые не имеют душевной составляющей. Нам важно было помогать людям, прививать им интерес к фитнесу. И когда мы узнали, что вот ребята начали проводить туры, и что они это делают в первую очередь для того, чтобы самим получить удовольствие, для того, чтобы кайфануть, собрать вокруг себя таких же спортивных людей с общими целями и интересами, мы поняли, что нам надо вливаться в эту команду, работать вместе, поскольку у ребят есть навыки хорошие, организации, проведения, взаимопомощи людей, собрать, отвести. У нас же с Аленой есть возможность привлекать людей, доносить им ключевую информацию, суть, помогать им образовываться относительно научного подхода в фитнесе, в питании, в тренировках. И мы здесь, чтобы объединиться и сделать самый лучший тур, который только можно в нашей стране. Ну, у нас, безусловно, получилось. И
Я вот хотел бы Дэну задать вопрос. Каковы были твои ожидания, потому что ты перед началом тура посмотрел фильм, и какие, каковы твои ощущения уже после заключительного дня, проведенного нами в туре? Да, это одна из причин, почему мы здесь, когда ребята только показали, как они делают. Были какие-то проблемы с донесением информации по туру, типа Кисловодск. Что вообще за Кисловодск, какой тогда фитнес-тур, кто поедет. Но когда мы приехали, поняли, что этот фитнес-тур не про Кисловодск. Здесь вот дом, только в котором мы живем. А это наш тур охватывает весь Кавказ. Мы за эту поездку проехали более 2000 километров. Различные трансферы на от 300 до 500 километров. Зоны, локации, которые практически недоступны для людей, кто ездит в одиночку, без групп. Мы все это увидели своими глазами, увидели, какой масштаб, какие красоты. И мы сами пережили новые эмоции, которых никогда в жизни не испытывали, и ретрансформировались. Мы ждем вас в нашем туре. Вы должны обязательно хотя бы один раз приехать, чтобы прочувствовать все это на себе. Вы вот, вот вы посмотрели фильм, вы кажется, как будто бы прожили с нами этот момент, но это даже не 10% от того, что происходит здесь в реальности, как визуально, так и душевно. Да, каждый напишет здесь свою историю, и она будет его личная, его индивидуальная, и мы сделаем все, чтобы вы кайфанули. Вот, собственно, мы для этого здесь и собрались, потому что нам это всем... По кайфу. Да, это то, чем мы живем. Мы здесь, потому что... Не потому что мы здесь работаем. Мы здесь не чувствуем, что мы работаем. Мы здесь от души, душевно в душу.